Здорово, кексы, с вами Вовкин, и вы на канале Мультикекс. Ребятки, продолжаем играть в наших любимых черепангеров, то есть черепашки-ниндзя-легенды, и, конечно же, на составы от подписчиков. Так, и я ищу первый составчик. Как всегда, ребятки, я открываю YouTube-аккаунт свой, да, открываю общие комментарии, все-все-все, которые есть, и ищу ваши составчики. И вот, нашел, первый составчик у нас будет от Руслан Салтабаев. Руслан Салтабаев, в общем, твой составчик. Так, пишет он: привет, Мультикекс, возьми, пожалуйста, мой состав. Железная голова. Так, давайте возьмем, определимся, в какую главу пойдем. Не знаю, давайте пойдем вот в эту главу, допустим, на карась-змею пойдем. Так, и составчик Руслан Салтабаев написал: железная голова. Так, Леонардо мультик, Донателло мультик, Крис Брэдфорд, Зек-человек. Спасибо. Да не за что, сейчас буду всех искать. Так, Леонардо мультик есть. Дальше кто у нас там? Донателло мультик. По списку будет. О, Антошка Зек, Донателло мультик. Кто там еще остался? Железная голова, Крис Брэдфорд. Железная голова и Крис Брэдфорд. Так, не пропустить бы Криса. Крис Брэдфорд, да? Было бы прикольно. Звучит так. Крис Брэдфорд. Все, погнали. Готов составчик. Так, ну что? Что? Где наши бандиты? Где наши враги? Вот они, ребятульки. Так, ну что, начинаю выносить. Вот такой вот удар от Зека, от Антошки. Так, давай, Лео, о, красавчик, Крис тоже молодец, и Донни силен, против 44-го левела Донни силен. Так, Антошка, догоняй, давайте используем массовую от железной головы. Ой, это не массовая, ё-моё, вот это я дал, блин, маху, конечно, но ничего, главное, что покамесь побеждаем, и у нас, ребятки, третья волна. Так, давайте, бегите быстрее, ребятки. Вау, тут Бакстер и Муха, тут все хиллеры, представляете? Давайте массовую от Донни. Фух, вот так вот, лихо мы их вынесли. Так, а я пока ищу следующий состав. И следующий составчик у нас будет от Дамир Жамалов. Острозуб, Лео Видение и Крысиный Король. Вот, всего три чувачка, три бойца. О, пойдемте на вот этого, на пульверизатора. Острозуб, Лео Видение и Крысиный Король. Так, вы выходите. Так, Острозуб у нас первый. Потом, по-моему, будет Лео Видение. Да. И Крысиный Король. Королек. Выходи. Выходи, подлый трус. Вот он. Все, погнали. Ух ты, дождь. Погода плохая у них там. А у нас погода хорошая. Не знаю, ребятки, как у вас. А у меня за окном сегодня было солнце ярко. Погодка прям реально радует. Ух ты, чё это, один живой остался? И говорят, что прогноз погоды говорит, что такая погодка продлится аж до 27 сентября. Представляете, ребятки? Походу, до 27 сентября я буду ходить в шортах и в футболке, и в шлепанцах. Вот это крутяк, вот это меня радует. Давненько я такой осени не видел, не помню. Чтоб так было тепло. Я понимаю, конечно, бабье лето, все такое, но не настолько же долго. В принципе, это круто. Это меня очень радует. Эх, таракан, ты куда намылился? Все, получай. Вот так вот, вышибли его. Так, Никита Бядовский написал: я хочу взломку, пожалуйста, умоляю. Ух, ребятки, по поводу взломки обращайтесь в ВК. В ВК всем скину, не пожалею, так что все. Вот так вот. Так, Ярослав Покотилов, следующий составчик будет ты, написал: ты крут, ты. Спасибо, Ярослав, тебе. Ярослав Покотилов, в общем, твой составчик, пойдемте на Бакстера Стокмана. И состав от Ярослава Покотилова. Мой состав, все черепахи из мультика и Сплинтер. Вот так вот. Так, Сплинтерюга есть, Лео мульти есть, Донни не пропустить, все время его пропускаю, есть. Так, остался Равчик и Майки. Так, ну они, эти ребятки у нас в конце списка. Вот, Майки и Равчик самый последний. Вот, все. Так, у нас там будет Острозуб, да, в конце
самый главный. Так, ну чё, чё с вами делать, ребятки? Яичко. Яичко-ниндзя, бомба-яичко. Вот, есть. Так, спринтер. Оп, молодец. Лео. Угу. Смотрите, гляньте, это прям вся глава под дождем, судя по всему, что ли, да? До этого бой был под дождем. Тут опять под дождем. Что ж такое? Где солнце? Наверное, в следующей главе. Так, отличный удар провел Раф. Так, Лео, это же Майки. Майки. Так, катана, спринтер, доставай свою катану. Ю-ху, вот так вот. И обычный удар от Лео. Ребятки, третья волна. Вот она, вот он, собакин, тигриный коготь, ихние прихвостни, вот эти вот. Вернее, это даже прихвости Бакстера Стокмана, его создание. Так, ну Майки добьет тигриного когтя, да? Давайте добьем вот этого Маусера, чтобы он нам тут не мешался. И разрубаши от Лео, давай, фух. Собакин, как всегда, он живучий, у него жизни, походу, много. Все, раздамажили его. Так, а я пока ищу, ребятки, следующий составчик. Паша ЕТВ. Твой состав будет сейчас. Раф Мульт, Лео классический. Вау. Кашеголовый. Не кашеголовый, это же не каша вам. Кожеголовый. Вот так вот будет правильно. Так, сплинтера там нету? Сплинтера нету. Есть Лео Мульт, остается он. Ой, Раф Мульт, ёшки-матрёшки, перепутал. Ну ладно, ничего страшного. Так, тут у нас будут белконоиды. Так, Раф Мульт, вот он. Дальше, кто там? Лео классический, Стиранка, Кожеголовый и Микки Ролевой. Кожеголовый, Ванёк. Микки Ролевой и Лео классический. Да, все правильно. Микки Ролевой, вот он. Весельчак, Чак-Чак и Лео классический. Все, ребятки, погнали в бой. Паша ЕТВ, твой состав. Ребятульки, я вас прошу, кстати, да, еще повторюсь, не пишите свои составы в ВК, потому что из ВК составчики я не читаю, но неудобно мне это. Ну, мне удобно читать составы из Ютуба. Потому что там общие комментарии, в общем, я открыл и читаю, и играю. Вот так вот. Если я буду читать составы из ВК, то видос тогда затянется вообще на час, потому что я буду долго-долго искать, выбирать составы. Просто напишите их в Ютубе. Вот так вот. Ух ты, банда белконоидов. Давайте покажем им колечко. Майки, покажи им, похвастайся. Вот так вот. Похвастался колечком своим. А теперь давайте отлупим вот этого роботом. Бамс, получил он. Ну что, еще? Еще роботов хотите? Вот еще один. Вот, и ты получай тоже. Ух ты, смотрите, они начинают атаковать. Но это не пройдет. Со мной такие шутки не пройдут. Ты получай давай огненный кулак от Рафа. Так, а тебя прибомбим, наверное, кастетом с тиранкой. И последний ударчик от Майки. Все, все, вот так вот составчик сыгран. Победа, наша победа. Адам Томас Моран. Нифига себе. Но это, по-моему, не тот Адам Томас Моран, который из 100500, да? Это, наверное, его клон какой-то. В общем, составчик все равно будет сыгран. Клон, не клон. Написал ли состав, значит, будет сыгран. Пойдемте, допустим, вот в эту главу, в нормальном только эпизоде. И пойдемте, на кого же пойти, на кого же? На Джастина пошлите. Пойдемте. Так, Лео из мультика, Раф из мультика, Микки из мультика, Донни из мультика. ПЖ. А, это все мультики. Адам Томас Моран. Я очень извиняюсь, но из мультика только недавно были в этом видосике составы из мультиков про черепашек. Вот. Поэтому давайте посмотрим следующий, другой составчик, другого... Ой, кто там? Адам Томас Моран, тебе привет. Кайли Долл. Вот, будет лучше твой составчик. Тут немножко другой. Так, Саблезуб. Голова остается у нас та же самая, просто меняются персонажики. Так, Саблезуб есть. Кайли Доу или Кейли Доу. Не знаю, как правильно. В общем, твой состав. Саблезуб, Ксевер Монтес, Карай, Кэсси Джонс и Крысиный Король. Ничего себе. К
Ксевером Монтесом я, кстати, уже 300 лет не играл, ребята. Вот, мне кажется, я Карай уже пропустил, да? Что-то у меня есть такое, да, пропустил. Как знал. Так, Саблезуб, Ксевер, Карай, есть Кейси Джонс и Крысиный Король. А вот какой Кейси Джонс? Неизвестно. Ну, мне кажется, наверное, мультик, да, потому что здесь, видите, все, в принципе, из мультика. Хотя таких персонажей из фильма нету, в игре, по крайней мере. И Крысиный Король. В общем, я взял Кейси Джонса из мультика. Надеюсь, Кайли или Кейли Долл не расстроится. Все, погнали, погнали в бой. Вот, бегут, бегут. Прибежали. Так, массовую от Карай давайте используем. Ух, полетели ножички, отлично полетели. Всю волну практически вырубили. Так. Крысиная атака от Крысиного Короля. Давайте, крыски, бегите. Грызите их. Вот, Джастин остался. Вот он такой красавчик, да? На тебе ножичком. Ксевер, давай, мочи его. Ксевер, ты что, слабак такой? Кейси Джонс добил. Молодец. Копьем давайте потыкаем немножечко. Ух, Карай, молодчага тоже. Так, Саблезубый неплохой тоже. И удар от Ксевера Монтеса. А ну-ка, выруби ее. Капуэрой своей. Есть, молодец. Победа, ребятки, 3 звезды. И следующий составчик у нас будет от Елена. Просто Елена. Написала, ну, это просто, это уже слово от меня, просто. Там написано вообще Елена. Вот, пойдемте давайте в эпизод второй. И какой составчик у нас будет от Елены? Шреддер, Карай, Змея, Учитель Сплинтер, Кожеголовый и Слэш. Вот видите, написала Елена, Карай, Змея, уточнила. Это очень правильно. Потому что когда просят просто Карай, я, в принципе, думаю, что это значит, это, наверное, тетка Карай. А видите, Карай, Змея, ну все, все логично, все понятно. Карай, Змея, значит, Карай, Змея. Ой, Учитель Сплинтер, забыл про Сплинтера. Сплинтерок ты наш, давай. Кожеголовый и Слэш. Так. Ищем Кожеголовый и Слэша. Они где-то здесь, я знаю. Вот Кожеголов и Слэшек. Все. Красноглазая тетка нас ждет. Пойдемте, сейчас будем ее метелить. Так. Вау, тут Махназадыч. А мы массовую от Шредди. Бамс, есть. Так, ползем дальше. Кто ползет, кто бежит, кто скачет. Кто прыгает вообще. Вот эту атаку давайте используем. Ням, ням, ням. Махназада. Змеи пожрали. Так. Че там, давай Слэшек. Оп. И Кожеголовый шмяк хвостом своим. Сильно, сильно шмякнул. Так, ну массовой нету у Шредди, да, больше. Давайте Шредди Шустрик. Врубай всю свою мощь, всю свою шустрость. Молодец. Так, хвостом шмяк тебя тоже. И бойцовские пальцы от Сплинтера. Так, ребятки, две тетеньки у нас осталось. Давайте вот такой удар. Ха-ха. Красавчик Слэш, красав. И следующий состав, ребятки, я пока смотрю, ищу, смотрю. Антон Орел. Все видения и Сплинтер. Видения в этом видосике еще не было, поэтому составчик будет сыгран. Давайте пойдемте теперь в эту главу, в нормальный эпизод. А, так я в этой главе и был. Ха-ха, вот это я даю, конечно. Так, в нормальном, только в нормальном. И пойдемте на гриба. Так, еще раз, все видения и Сплинтер. В общем, Сплинтера оставляем. Антон Орел, твой составчик. Все видения и Сплинтер. Так, Лео у нас тут будет первый. Это я знаю. Потом будет, по-моему, Донни. Опа-па-па-ча! Опа-ча! Вот Донни. Майки. И Раф. Все, команда... Команда мечты готова. Погнали. Так. Ух ты, тут целый зоопарк, ребята. Смотрите, крысы, тараканы и мотыльки. Которые такие живучие. Не вырубил их Лео со своей атаки, да? Ну ничего, будем теперь устраивать добивание. Так, Майки, оп, молодец. Ну тут, в принципе... Все легко, кроме вот этого, может быть, таракана. Может быть, не добьют с первого раза. Хотя Раф добьет, Раф должен добить. Нет, Раф, ты чего? Ты же обычно крутой.
Что-то, наверное, он может каши мало ел, поэтому так расслабился. Так, нужно, короче, вот эту, наверное, медузу сначала вынести первую, желтую. Желтая, наверное, самая вредная. Ха, получай. Так, а теперь фиолетовую. Эх, не добили. Чё там у тебя защита? Какая защита? Все, нет у тебя защиты. Грибочки. Грибочки-грибучки. Вот. Так. Не будешь ты никого лечить. Ух ты! Горилла. Горилла-ванила. Ты что делаешь? Бойцовские пальцы. Есть. И третья волна у нас, ребятки. Вот он, гриб. Самый главный гриб. Гриб-злодей. Видели когда-нибудь такого? А вот он. Узрите его. Гриб-злодей, которого сейчас покусают белки. Белки, Майки натравил белок. Как-то слабенько, слабенько. Давайте не дадим ему лечиться, да? Блокировка исцеления. Вот это хорошо. И теперь огненный торнадо от Рафа. Пойдет, пойдет. Ух ты, он пыжится там что-то, да? Ого, нифига себе, что он делает? Вот тебе кусок бетона на голову. На, все. Ха-ха, победили. И не с такими справлялись. Вот так вот. Как говорится, огромный шкаф сильно падает. Громко падает. Ну, что-то такое. Есть такая пословица. Или большой шкаф громко падает. Вот так вот. В общем, эта пословица, мне кажется, подходит к этому грибу. Павел Марусин ливень написал. А, это в прошлом видосике я спрашивал, какая у кого погода. Вот Павел Марусин ответил, ливень. Ой, прикольно. Ничего прикольного, плохо. Ливень. Хотя, в принципе, ливень это хорошо, потому что ливень, он фух, быстренько начался и также быстренько и прошел. Плохо, когда дождь моросит целый день. Вот это плохо. А когда ливень, то это значит прикольно. Быстро начался, быстро закончился. Вот так вот. Ливни долго не идут целый день. Так, следующий составчик у нас, ребятки, будет Вадим Ютубер. Вот такой вот никнейм у человека. Вадим Ютубер. Просто и лаконично. Мой состав. Пульверизатор. Джастин. Ух ты. Зэк. Вот, Зэк есть. Нарисованный. Раф нарисованный. И Донни классический. Ни финты себе. Вот это да. Составчик какой. Загогулиной. Так, 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 так. Никого бы не пропустить. Джастин. Джастином тоже, блин, давно я не играл Джастином. Что-то никто его не выбирает. Непопулярный какой-то. Так, 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 так. Кто нам нужен? Кто нам нужен? Я что, всех пропустил? Зэк есть, Джастин есть, остался пульверизатор, нарисованный Раф и Донни классический. Ё-моё, как же их так попропускал-ка. Вот, Раф нарисованный, пульверизатор и Донни классический остались. Донни классический, вот он, а где же пульверизатор, где этот толстый парнишка, вот он. Пухлый. Я бы не сказал, что он толстый, он пухлый. Вот так вот. Пухляш такой. Пухляш-беляш. Бежит. Вот. Все, ребятки. Давайте, Антошка начинает. Йоу, как он любит, да? Когда так все время. Йоу, йоу. Бросает своим вот этим вот челочкой своим, хохолком каким-то бросается. Прикольный костюм у него, конечно. Так, ну чего там? Давайте, Джастин. Пускай выпустит свою какую-то вот эту жижу или что это, я не знаю. Газы какие-то отравляющие. Газанул Джастин. Так, Антошка, давай, бросай свои диски. Хо-хоу, отлично, супер. Так, ребятульки, это был последний состав в этом видосике. Прошу вас не расстраиваться, если ваш состав не был сыгран. Просто пишите, продолжайте писать комментарии под моими видосиками, и возможно когда-то вам повезет и ваш состав будет сыгран. Вот, также не забывайте ставить лайки и, конечно же, подписывайтесь на канал. А я на этом с вами буду прощаться. С вами был Вовкин, пока-пока, увидимся в следующих видосиках.